отследили резиденцию Толстяка и Зенитина, хотя им помогали капиталисты всего мира. Почему мы уверены, что победим теперь разруху, восстановим промышленность и земледелие? Мы победили помещиков и капиталистов потому, что красноармейцы, рабочие и крестьяне знали, что они борются за свое кровное дело. Мы победили потому, что лучшие люди всего рабочего класса и всего крестьянства проявили невиданный героизм в этой войне с эксплуататорами, совершали чудеса храбрости, переносили неслыханные лечения, жертвовали собой, гоняли беспощадно скорников и трусов. Теперь мы уверены, что победим разруху, потому что лучшие люди всего рабочего класса и всего крестьянства также сознательно, с такой же твердостью, с таким же героизмом поднимаются на борьбу. А когда миллионы трудящихся объединяются как один человек, идя за лучшими людьми своего класса, тогда победа обеспечена. С армией прогнали скорников. Всем и скажем теперь, долой скорников. Долой тех, кто думает о своей выгоде, о спекуляции, о подклинивании от работы, кто боится необходимых для победы жертв. Да здравствует трудовая дисциплина, рвение в труде, преданность рабочему и крестьянскому делу. Вечная слава тем, кто погиб в первых рядах Красной Армии. Вечная слава тем, кто ведет за собой теперь миллионы трудящихся, идя с наибольшим рвением в первых рядах Армии труда.